выступление за команду, как я и говорил, оно очень важное. Лилия Хаймова готовится, тоже многоборье, да, идет? Лилия, да, вроде многоборье. Я так видела по Инстаграму, что она меняла чуть-чуть свою комбинацию. Сейчас не знаю, что она, конечно, будет делать. Разъединила, по-моему. Здесь мне интересно, что она будет делать. А, нет, старую пошла, потому что в Инстаграме она делала ткач в пак, и она пыталась. Здесь будет поворот, конечно, добавить.